Ну что, что ж, мой дорогой сыночек что? Ливси, тебе что, я передаю по наследству свои драгоценности. Ой, деньги. Подожди, не сожги их только. Ты чего? Куда ты кидаешь? Старенький. Осторожно. Уже. Ой, совсем невнимательный. Вот, держи тебе. Вся сумма моих денег накопленных. Железные, золотые сундуки, алмазные, медные. Всякие вот это украшения, ожерелья. Это мне нравится. Вау. Вот. А также я дам тебе всякие ловушки. Вау. А знаешь, для чего тебе ловушки? Вот даже 10 пятитысячных купюр. 50 что? Тысяч рублей. Прикинь? Ты мне скажи лучше, что вот это настоящие это... сокровища. Да, это те самые сокровища. Ой, что за диадема на мне? Золотая. Хочу иметь. Ладно, что ты сказал там, папа? В общем, для чего я дал тебе ловушки? Для того, ловушки? Чтобы ты разыгрывал что? Посетителей. Ну, точнее, мошенничал. Знаешь, что такое мошенничество? А, то есть ты предлагаешь мне всех приходящих на остров разыгрывать? Да, верно, сыночек. А как? Я думаешь, не умею. Думаешь в правильном русле. В общем, ты берешь, копаешь где-то яму, кладешь туда сокровища. Но для начала ты должен приготовить ловушку. Там поставить динамит, либо клетку. И... А можно продемонстрирую? Хорошо, давай попробуй. Я тебе скажу, если ты неправильно делаешь. Да, я ставлю туда правильно. Сундук и заливаю лаву. Да, далее. Все верно. А, потом закапывай. Закапывай. Я беру специальную траву и делаю вот так. Ну, траву лучше делать на траве, потому что тут будет палевно совсем. Ну, я понимаю, но это же просто пример. Я же не совсем глупый. Ну, вот типа вот так, да? Опа! Заманилха. Работает заманилка. Молодец, сынок. Ты все делаешь правильно. Ты спасибо, потихоньку пап. Учишься делать ловушки. Ну ладно, пап, тебе уже пора. На старость лет уже пора. Да? Тогда отправляйся. Да, ты издеваешься. Я отправляюсь в санаторий. Нет, ты сам отправляешься. Вот сюда вот отправляешься, нет? Нет. Ты чего? А, ладно. Тогда пока, пап. Давай, пока, сынок. Я возлагаю на тебя не увидимся. Большие надежды. Не переживай, сынок. Все будет хорошо. Ладно. Да ладно, выживу. Да. Только. А вот это вот пить стоит? С вот Богом. Это вот? У меня еще вот это есть. Дай-ка сюда череп. На, держи. Быстро, быстро. Для вас слово «ром» и слово «смерть» означает одно и то же. А-а-а, то есть не стоит, я понял. Ну все, пап, пока. А да, я сейчас зарублю. Надеюсь, закалю. Ты понял. Закалю. Посорожнее, сынок. Я еще жить пожить хочу. Я еще пожить хочу. Я дал ром живо. На, забирай все. Все, папа, давай, прощай. Ну давай, уходи. Бывай. Какие же прекрасные тропики. Ой, а что это там такое? Стоп. Это что, доктор Ливси? Это реально доктор Ливси. Эй, здравствуйте, доктор Ливси. Привет, а ты кто такая? Меня зовут откуда... Класочка. Откуда пришла такая, а? Вырежена. Я из... Нарнии? Нет, я из Европы. Дай водички наберу. Супа на плиту. Я из Евразии, вот так вот скажу. Евразия, что за безобразие? Ну ты шутник, доктор Ливси. Меня поражает ваше чувство юмора. Шутник, но не шут. Вот такие пироги. Плетут у бабки на печи. Могу вечно так говорить. А хочешь фруктиков? Зачерпни кусочек. Хочу. Зачерпни кусочек, конечно. Ой, ты сам что ли собирал? Руками? Конечно, собственно, отбора. С собственной выстойкой. Ну да, слабо верится. Сгодовал. Перчатки-то не испачканы. Да нет, конечно, все отлично у меня. Ну понятно, помощник какой-нибудь. Помощник. Я вот что хотел сказать. Ты так хорошо общаешься, я даже подумал. Тебе можно довериться. Так вот. Ой, спасибо. Это сокровище. И, пожалуй... Реально? Это реально сокровище?
Да, я предлагаю тебе попробовать туда прыгнуть. Ты реально получишь золото. Прыгнуть. Ты реально получишь золото, да. Да, точно. Конечно, ты что, меня не веришь ты. Посмотри на меня, чистая честность. Ну ладно, я сейчас прыгну. Мое слово честно. Хорошо, я прыгну. Честное слово. Эй, что ты делаешь? Подожди. Ты меня развести хотел? Ты думаешь, я такая тупая, что не пойму твоих приколов? Ну кто знал, что у девушек такая хорошая смекалочка бывает? Я откуда знал? Все, 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 прекрати, только не трогай меня. Мужчина. Осторожно, со мной лучше не тягаться, а то у меня вот что есть. Осторожно, это сабля. О май гад. Что это за валуна? Знаешь, за такую смекалку я даже тебе подарю кое-что. Держи. Вау, ты правда мне подарил корону? Вау, она мне прям как влетает. Ты посмотри, по цвету прям подходит. Да, тебе подходит. Но ты мне не подходишь по годам. Ты мне в батике годишься. А я предлагал разве? Сдалась ты мне, дурочка малолетняя. Ну я рофлю. Шаришь? Выкупаешь, да, прикол, рофл? Другое дело, если бы я тебе предложил встречаться, это уже совсем другая история. Да посмотри на меня, реальный гигачат, реальный атлант. Где ты таких найдешь? Да, дедок, ты славный. Так, держи кольцо, вот тебе пригодится парочку. Ну и изумрудных. Вау, спасибо, ты у меня уже замуж зовешь. А, не-не-не, ты знала, что у меня... Настолько много сокровища, что мне не с кем делиться. Да? И тебе еще не дам, больше не дам. И ты мне все отдаешь? Ну почему ты мне все не отдашь? Может, еще? Да, конечно. А может, еще чуть-чуть? Пожалуйста, пожалуйста. Ты что, попрошайка, что ли? Иди в это. Пожалуйста, еще чуть-чуть. У обезьян бананы воруй. Тут обезьяны не водятся, если что. Не надо со мной здесь церемониться. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Давай-ка мы лучше с тобой обсудим наши дальнейшие планы. Я потеряла дом, у меня было мама, папа, дочка, сын. И они все померли, понимаешь? Я осталась совсем одна, бездомная. Да, сказки без эти денег. Рассказывать будешь с прутом из Я плыла 365 дней в кругосветном путешествии, чтобы найти этот мини-островок. Нет, 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 я просто показал, что у меня есть. Показал, делись, делись своими сокровищами. Показал. Откуда у тебя? Что ты показал? Такое слово на букву Ж, знаешь, на Ж слово такое. Четыре буквы. Жо? Да, все верно, ты поняла. Жулик так, ты. Все, прекращай. Жулик? Слушай, откуда у тебя столько сокровища? От верблюда. Все, слушай, пора палатку строить, пойдем. Пожалуйста, прямо сейчас, срочно нужна палатка. Стой, ну, мне... А, хорошо, все, давай. Так, для такого огромного гигачада кабана нужна большая палатка. Нужна средняя палатка, пожалуйста. Больших это для мамонтов оставь. Ну ты у нас мамонт на самом деле. Ой, а что это там такое? Гроза вовсю бьет, аж страшно немножко. Ой, что-то я слишком разошлась. Ладно, короче, придется на себя положиться. Да нет, я сейчас построю! Ну ты долго строишь, у меня весь костюм уже промок. Я не смогу столько терпеть. Я строителька. Все-таки мой велюр, он не заточен под мокрые условия, понимаешь? Слушай, ты какой-то душный. А, конечно. Душный это твой... Да. Да. Ой, что-то нечего мне сказать по этому поводу. Потому слишком что ты глупый, душно. Потому что ты душный. Ну ничего, подрасту, успею еще нашутиться, а сейчас пора на бок. Ну мне кажется, тебе уже некуда расти, тебе только вниз. Располагаем свои рюкзаки, ром и смерть. Отлично. Вот так. А, и алмазный сундук. О, как мы уютненько расположились. Так, стоп, а что это такое? Ром? Блин, я хочу выпить. Ой. Для вас слово ром? Не, я пока не могу, как папа, говорить. Поэтому потом как-нибудь.
делать. А сейчас можешь... давай спать. Кастинг, сколько денег? Может, все в кастинге уйти? Ладно, у него столько сокровищ, лучше не буду. Ладно, я ложусь спать. Милочка, очнитесь, а чего это мы спим? Уже 10-й час, а мы все дрыхнем. Давайте работать. Я вообще-то так обычно и сплю. Итак, что я хочу тебе предложить? В общем-то, теперь я готов тебе сказать. Ты же хотел мои все сокровища, верно все, да? Ну, да, а что? Так вот, я предлагаю тебе игру. Не на смерть, не на выбывание, а просто игру. Готова? Ну, в общем, хорошо, давай. Я сейчас... по территории этого острова, совсем неподалеку, вот по этому берегу, распределю сокровища. И у тебя будет 3 попытки. Ты должна будешь выбрать 3 правильных сокровищницы. То есть из 10 там примерно сокровищниц будет всего лишь 3. Офигеть, а что с так главной много? Наградой. А остальные будут с опасными, с чем-то опасным. Поэтому шансы малы, но это как казино. Блин, понимаешь? Я что, тебе гадалка, что ли? Конечно, телепат, ты не просто гадалка. Я тебе диадему зачем дал? Это магическая диадема, ты знала? Такую нигде не найдешь. Как вот это? Так вот. Как это? А что она делает? Как ром. Как ром. Ой, что я несу? В общем-то. Ну, ладно. Как будто с бодуна немножечко, не важно. Ну что, я подготовил специальные сокровищницы. У тебя есть всего лишь 3 попытки. Держи свои лопаты. Когда ты все-таки сделаешь, наконец-то сделал. Так. Итак, смотри, сначала мы пройдемся по всем. Здесь но картошка фри. Я не хочу точно. Окей, тогда выбирай следующее. Смотри, здесь есть еще ловушечка. Например, вот в этом что? Месте. Что, ловушечка? Ты мне уже все подсказал, получается. Здесь стоит вот эта вот чашечка. Ха-ха-ха. Вот такая вот. Далее, ты обманываешь вот здесь вот есть карта. Вот такая вот ловушечка. Ну, как сказать, ловушечка. Просто сокровищница. Ты ничего не подумай, здесь есть шанс, что есть что-то хорошее. Как и во всех остальных. Хорошо. Вот, допустим, вот это. Как тебе? Могила? Блин, нет, туда я точно не пойду. Очень страшно. О, понятненько. А здесь коробка. И еще вот эта вот штука. Что же может быть в коробке? Вау, сколько денег и ром. Ну ты задумайся, пожалуйста, куда тебе нужно прыгать, а куда нет. А, это мое уже. Знаешь, а я прыгну в могилу. Прыгнешь в могилу? Давай, выбирай, конечно. Золотой сундук! Что там? Там изумрудные монеты, алмазные монеты, золотые, прикинь. Черт, ты угадала, первая у тебя хорошая. Так, я думаю, может, в кубок? Ну, попробуй. Давай кубок. Блин, мне страшно, а вдруг там что-то будет плохое? Ну, посмотрим сейчас. Хорошо. Ой, дура, попалась. Помогите, помогите! Ладно, следующая ловушка. Итак, идем в ту сторону. Смотри, ты еще не видела вот те сокровища. Со скелетом? И с фруктами, может быть, что-то из этого выбрать. Ну, знаешь, меня скелет больше впечатляет, так что я пойду в скелета. Ай, клетка! Фу, хорошо, что я в нее не упала. Вообще-то это последнее, все, ты больше не можешь открывать. Так что все плохо. Ну ладно, разрешаю все открыть. Что там? Сокровища! Это все мое! Вау, ладно, так, а что же я еще открою? О, смотри, тут череп. Что? Я даже не думаю. О, блин, я что-то задумался совсем. А что, я думаю, что у тебя старческий мораль начался. Давай-ка. Хопочки, хопочки, хавана. Ой, вот это жесть, конечно. О, боже. Выбираемся отсюда. Я думаю, я сейчас умру. Слушай, а если я умру, ты меня больше не возродишь, получается? Я потеряю все сокровища.
Да, наверное. Хотя я не знаю, на самом деле. Я хочу посмотреть Уром. Давай, пожалуйста. Вот такая вот ловушечка. Ой, и все сокровища потерялись, да? Где ты? А, вот. Давай вот эту ловушечку с картошкой фри. Что это? Обманул, я возродилась. Оу, что происходит? О, боже, этот зомби стоит. Кстати, он на меня не нападает, он, наверное, добренький. Оу, ладно, короче, выбираемся отсюда. Это полная фигня. Помогай. Так, давай-ка выбираться отсюда. Иди в каку. Ты будешь здесь. Так, отлично, мы выбрались. Почему ты умеешь копать? Да потому что я доктор Ливси, у меня перчатки, я умею копать. Я хотела. Давай-ка вот последнюю ловушечку. Или не последнюю. Хорошо. Открываем ее. Ой, а что здесь? Горячая какао. Прикинь. А мне такая вкусняшка досталась. Ой, вкусно тебе. Но знаешь что? Пора бы тебя на покой отправить. Нет, что ж, это эволюция доктора Ливси. И надеюсь, тебе понравился. Блин, он меня облапошил. Он все мои сокровища забрал. И ты поставишь мне лайкусик, подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй. И не забывай слово ром и слово смерть. Да, и подписывайся. И еще это означает подписывайся на мой канал. И ставь пальчики вверх, если тебе понравился видосик. И не теряй. Пока.